Если вы хотите, чтобы ваше лицо всегда было подтянутым, чтобы оно было красивым и молодым, ухоженным, то я предлагаю вам сделать вот такую маску в домашних условиях, корейскую маску, любимую маску кореянок. Всем огромный привет, добро пожаловать на канал Уютный дом, и сегодня я хочу вам показать корейскую маску для лица. Эта маска популярна в Корее, конечно, многие из вас замечают, какая кожа у кореянок, действительно, кожа очень красивая, она такая мраморная, подтянутая. Кореянки также пользуются домашними масками, и сегодня я покажу вам одну из них. Я беру 1 столовую ложку какао и заливаю чуть-чуть теплым молоком. Все перемешиваю, и у меня масса должна получиться как такая вот густая сметана. Ну, примерно вот так должно получиться. И теперь я сюда добавляю яичный желток. Перемешиваю яичный желток и какао. И следующее, добавляю масло. В моем случае это масло виноградных косточек. Вы можете добавить любое масло, которое у вас есть на данный момент, но в идеале сюда пойдет масло виноградных косточек, так как масло виноградных косточек хорошо справляется с дряблостью кожи. Сюда добавляем где-то 1/2 чайной ложки масла. И все перемешиваю. Если вы хотите отбелить кожу, то сюда можно добавить несколько капель лимона. Но у меня сейчас это дневная маска, поэтому я лимон сюда не добавляю, так как маски с лимоном лучше делать вечером. Итак, маска моя готова, и теперь я могу ее наносить на лицо. На лицо я наношу очищенное, и эту масочку я наношу в несколько слоев. После того, как маску нанесли, оставить маску нужно на 15-20 минут, а затем смываем теплой и холодной водой. Такая маска хорошо действует на кожу, подтягивает кожу, убирает морщины, справляется с глубокими морщинами, убирает дряблость кожи и делает вашу кожу нежной и бархатной. Это любимая маска кореянок. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми.